Могу начать с русского, друзья. Я не могу выразить словами, как я рад, что я снова начал проводить трансляции на нескольких платформах сразу. Да, кстати, очень важный момент. Я надеюсь, звук сейчас есть, потому что были некоторые проблемы. Не самые большие, но из-за небольшой невнимательности с моей стороны. Я надеюсь, со звуком сейчас все в порядке. И те, кто находится сейчас на моем сайте edgarpogosov.com, вас, друзья, я не покидал. With you, I mean, my website edgarpogosov.com. I was with you always. I think you remember almost every day. И опять на русский перейду, but вот уже путаюсь. Но те, кто меня давно не видел и не слышал в моих аккаунтах и на моих каналах, в Твиче, на Ютубе, на канале YouTube, также на Фейсбуке, на моей странице, друзья, я безумно рад вас видеть. Если вы присутствуете на трансляции сейчас или будете присутствовать, в любом случае вы заметите, что я появился. Дело в том, что объясню ситуацию. Я уже давно веду трансляции, но трансляции мной велись
как бы не на всех платформах. На сайте вы всегда могли меня видеть, если вы частый гость сайта моего, edgarpogosov.com. В разделе Live Studio я очень давно начал проводить трансляции. Вот. Но те, кто следят за мной в моих аккаунтах на платформах Facebook, Twitch, YouTube, меня действительно не было давно. И вот я как раз для вас и сообщаю, что я проводил трансляции. И если меня нет в моих аккаунтах, на моих платформах, где я зарегистрирован, где зарегистрированы вы, то это ничего не значит. Это значит, что трансляции проходят, но они проходят на сайте, где вы всегда можете эти трансляции увидеть. Ну вот теперь вот сегодня я снова вышел к вам на несколько платформ одновременно. То есть сейчас проходит трансляция на сайте edgarpogosov.com, в разделе Live Studio, на моем канале YouTube, на моей странице Facebook и на моей странице, на моем канале в Twitch. Так что, где вам удобнее, там вы можете, собственно, и посмотреть эту трансляцию. Кроме того, на сайте edgarpogosov.com есть отдельный раздел, помимо прямой трансляции, которая идет в разделе Live Studio, есть еще раздел Live Studio Social. То есть я продублировал окна, то есть плееры, которые у меня в Twitch и на YouTube, я их вставил на свой сайт, так что вы можете, в общем-то, и там ознакомиться с трансляцией. Ну и одновременно их вы можете посмотреть, естественно, на Фейсбуке, и на Твиче, и на Ютубе. Ну то есть кому как удобнее, выбирайте сами. Главное не это, главное это ваше хорошее настроение. You need have good, very good mood, and this is first that I hope, and I wish you all the best. You can visit to my website, you can visit to my accounts on platforms Facebook, Twitch, YouTube. Now at the same time this live broadcast everywhere where you comfortable watch this live broadcast. And today the first time when I live broadcast at the same time on some platforms. Окей. Итак, друзья, я вышел к вам, и я готов просто взорваться музыкой вместе с моим саксофоном. Я надеюсь, вы также готовы к этому. Вроде бы технических проблем я не наблюдаю. Все хорошо, картинка есть везде. Вы можете мне писать в чаты, которые находятся на этих платформах. Ну и, конечно, можете писать в чат, который находится на сайте edgarpogosov.com в разделе Live Studio. Но там есть один маленький нюанс. Там меняется. Не буду вас сильно грузить и посвящать в эти нюансы. Но, в общем, нужно, чтобы в адресе после HTTPS было www. И это нужно вбивать вручную, чтобы появился чат, где вы могли бы одновременно во время трансляции писать мне комментарии и все, что вы думаете по этому поводу. Вот. Это проблема, которую я решаю, и не один, но вот для меня это загадка, почему именно так. Чат там, кстати, очень даже неплохой, и там можно писать всякое разное во время трансляции. Ну что, не буду вас томить. И нужно, наверное, что-то играть. I need to play for you, my friends, my dear viewers. I'm very glad to see you, and thank you for your watching, and thank you for joining
and super that were together. And now will music. So okay.
old composition, jazz standard, Blue Moon. I think you know. And continue.
So, my friends, if you talking to me during live broadcast, you can do it on chats, on my platforms, I mean YouTube, Facebook, Twitch, at the same time, this live broadcast, there, all there. Leave your comments, and when I will doing pause, I'm ask you, and also you can writing me on my website edgarpagosov.com. Ну что, друзья, я смотрю, потихонечку начинается движение. И это движение я фиксирую на Facebook. Мне всегда было интересно, где народ активнее. Вот на Facebook я это замечал чаще всего. На YouTube свои правила. На Twitch свои правила. Ну, на моем сайте edgarpagosov.com. Вы, кстати, видите на трансляции значок, который правом верхнем углу. В общем, черный значок, вы его видите с моим изображением. Да, да, рука правильно показывает этот значок. Вот он. Если вам видно, это тот самый сайт, где в основном всегда проходят трансляции. Но вот сегодня я продублировал и размножил эту трансляцию на несколько платформ. Вы можете их наблюдать везде, собственно. Где это возможно, где я зарегистрирован и где зарегистрированы вы. Так что и также, конечно, на сайте есть раздел, где есть расписание проводимых мной трансляций. Так что заходите, следите, если вам интересно. Подписывайтесь, конечно же, на мой канал. Я не буду против. Но, собственно, кто против этого может быть? Я в том числе такой же, как и все в этом смысле. Вот. И если у вас есть желание, мне было бы очень приятно. Тем более, что транслировать на YouTube канал есть не у всех. У меня ее пока точно нет, потому что она возможна только после набора количества подписчиков в размере 1000. И вот этой 1000 у меня нет. Хотелось бы разблокировать, так сказать, эту функцию. Ну, что я могу сказать, друзья? Все должно идти своим чередом. Конечно, хотелось бы это как можно быстрее, но есть такая поговорка. Минутка. Сейчас вспоминаю поговорку. Есть такая поговорка. Человек предполагает, а Бог располагает. Да, очень, кстати, актуальная пословица или поговорка, или пословица. В общем, я запутался. Друзья, я думаю, что вы меня поняли. По крайней мере, русскоязычное окружение трансляции. А вот как это будет по-английски звучать, надо будет мне об этом задуматься, кстати. Английский надо изучать, кстати, с пословиц и поговорок. Как-то я помню, в школе начинал именно с этого. Вот надо как бы восполнить эти пробелы. И по мере своих сил, времени и возможностей я стараюсь все-таки начинать подтягивать свой английский, свой базовый английский, который был у меня и в школе. Ну и, как показывает, в общем-то, жизнь и время, этот язык будет далеко не лишним. Ладно, мы немножко отвлеклись. So,
My friends, I am explain my favorite my Russian favorite who speak on Russia. I am explain about my bad English, and I am trying learn it. I don't know when I will learn this beautiful language, but I am very very try to do it. Thank you very much, Tol. And we continue. Music. Thank you.
Yes, it was Careless Whisper, George Michael. Итак, друзья, так, я надеюсь, меня иногда я забываю, пользуюсь единственным микрофоном пока, который у меня на саксофоне установлен, иногда забываю его поднести ко рту, чтобы меня было слышно, потому что когда я его отодвигаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, то меня слышно, я думаю, не очень хорошо, а вот так вот даже лучше. Ну, вообще, кстати, с саксофоном вот так вот, да, ничего смотрится. Мне даже нравится как-то вот так говорить в микрофон, держа в руках саксофон. Оригинально не находите? Хотя, может быть, я ошибаюсь. У меня это уже входит в привычку. Так. Да, вот что, друзья, еще хотел сказать насчет... Насчет того, что если вы меня смотрите на сайте edgarpogosov.com, то на странице трансляции вы можете заметить справа от плеера баннер, который говорит нам по-английски, что вы можете мне заказать песню из существующего списка представленных композиций, треков, каверов или каверов. И я вам с удовольствием ее сыграю. Но если вы не найдете какой-либо песни, которая вам хотелось бы услышать в моем исполнении, если вы не найдете в этом плейлисте, списке композиций, вы можете мне об этом написать, уведомить, оставить в комментарии название композиции, и я постараюсь ее для вас изобразить. На следующих трансляциях, но предупреждаю сразу, что времени на все у меня не хватает, хотя я на самом деле стараюсь его распределить правильно в своей жизни, но, к сожалению, а может быть, к счастью, помимо виртуальной жизни у меня есть еще и реальная. Поэтому я, конечно, очень много трачу сил на то, чтобы меня хватило на два мира, но это не всегда получается. Однако, все же, конечно же, я буду стараться откликаться на ваши предложения. И играть предложенную вами музыку в прямом эфире. Я завершил свою мысль. Так. Так, пройдусь-ка я по всем платформам, где сейчас одновременно ведется трансляция. А ведется она, я напоминаю, на моем сайте. В двух разделах Live Studio, Live Studio Social и на Фейсбуке, на моей странице, на Ютубе и в Твиче. Так что, друзья, вы можете просто сейчас видеть меня везде. Везде в рамках тех платформ, которые я назвал. Так, ну что. Wow, I see your comment. Maria Durkovich, yes. How are you? Very glad to see you. Thank you.
greeting from Serbia. Thank you, greeting from Russia. Thank you very much. Super. It's my friend, and I'm asked her, it's lady, on my Facebook page, where I live broadcast now, and you also can leave your comment, and I'm also I'm also asked to you, yes. I hope you understand me. So now here. Okay, my friend, continue.
конечно же, я думаю, что вы узнали эту композицию. И давайте хором. Hotel California. Yes, it was this composition. Very, very famous. Very old and super. Eagles, my friends, Eagles. And next. And next will very, very beautiful composition and one of my favorite from great music in the world. It's religion composition, but very nice, very beautiful. I hope you know. Thank you.
Ну что, друзья, это была композиция под названием «Ава Мария, Грация Плена». Может быть, кто-то из вас ее слышал, или, может быть, кто-то не знает, что есть, помимо той самой известной «Ава Мария», есть еще много других произведений под таким названием, с таким названием, так как это композиция относится к музыке, к религиозной музыке, католической, если быть точнее, то это как раз одна из тех композиций, которые исполняются в храмах и на службах. И она очень красива. Но я думаю, что вы это уже успели понять. Не знаю, что-то вот мне прям вот захотелось. Душа, как говорится, просит. Захотелось мне. My soul asking this composition, this track. I don't know why, but I like it. Very, very beautiful composition, music. Окей. Так, я вижу, что на Ютубе активизировались мои постоянные зрители. Пока в лице одного человека Азы. Я рад тебя видеть, Аза. Привет. Привет, привет. Сейчас, в данный момент, да, ты поймала эту трансляцию, потому что тебе пришло, видимо, уведомление, так как ты подписчица. Тебе пришло уведомление. Вот я что-то как-то сегодня решил начать вести опять трансляции на несколько платформ. И одновременно трансляция, друзья, напоминаю, проходит сейчас на Ютубе на моем канале, на Фейсбуке, на Твиче и на моем сайте edgarpogosov.com, где вы можете посмотреть, в принципе, можете смотреть эти трансляции, независимо от того, есть ли я на платформах, то есть веду ли я там. Там я веду на сайте чаще трансляции. Это происходит как бы из-за различных ситуаций. Вот. Ну и мне просто интересно, на самом деле, какова статистика вот просмотров на разных платформах, где я транслируюсь. Ну вот, как я заметил на Фейсбуке, зрители более активны, чем пока на других платформах, но у всех платформ свои правила, и на Ютубе, допустим, нужно иметь необходимое количество подписчиков, которые, от которых зависит, в общем-то, как будет проходить трансляция, как чаще она будет проходить там. Потому что вот в данный момент я, конечно же, хочу выходить на YouTube, в том числе с трансляциями, но, к сожалению, из-за того, что у меня нет хотя бы 1000 подписчиков, меня нет в ленте новостей YouTube о том, что моя трансляция ведется. То есть просто ее не видят, и никто не знает, что она есть. А она есть, друзья, поверьте. Вот сейчас вы видите прямой эфир. Но мало кто об этом знает, друзья, в Ютубе, потому что там другой алгоритм. Ты должен набрать от 1000 подписчиков, если я не ошибаюсь, и тогда тебя пускают в ленту или на определенные каналы, где вставляют мой эфир как ссылку, то есть я виден. Это вот такие вот правила на Ютубе. На Твиче другой алгоритм, соответственно, на Фейсбуке другой алгоритм. Ну, на моем сайте алгоритм также другой, но я его, по крайней мере, могу в какой-то степени контролировать. И сейчас я знаю, что на моем сайте находится
350 человек. Ну, я так думаю, что человек, на самом деле, конечно, среди них есть и боты, и люди, а может быть, не все сидят за экраном, люди, я имею в виду, может быть, кто-то занят своими великими делами, и, а может быть, и домашними делами, кстати, потому что все успеть невозможно в этой жизни, это говорю вам я, потому что у меня это абсолютно не получается, разорваться и как бы успеть везде. Но я уже говорил, что у меня, мне мало 24 часа в сутки, мне нужно больше, хотя бы 48. Может быть, тогда бы что-нибудь я бы и успевал. Хотя наверняка бы прибавились еще заботы. Ну ладно, это не та тема, о которой я хотел бы с вами сейчас поговорить. Хотя, может быть, я к ней вернусь позже. Ну что, друзья, продолжим наш музыкальный эфир. Да, хочу вам напомнить, что на странице трансляции на сайте, ну, конечно же, и на других платформах, я имею в виду Facebook, YouTube и Twitch, вы можете поддержать меня. В описании к каждому видео, каждой трансляции есть все необходимое для того, чтобы это можно было бы сделать. Если у вас будет такое желание, я был бы, конечно, очень благодарен этому. А также вашим комментариям и вашему вниманию. Ну а на сайте, там все очень наглядно. Вы увидите и кнопку для перехода на страницу поддержки, и, в принципе, на самой странице трансляции на сайте в разделе Live Studio есть также... Кому удобен этот способ, воспользоваться PayPal. Так что я думаю, с этим проблем никаких не возникнет. Было бы желание. И я надеюсь, что оно у вас появится. Ну что, друзья, продолжаем наш эфир. Продолжаем наш эфир. Что-нибудь, наверное, бодренькое нужно сыграть. Поехали. Ну, думаю, с этой композицией вы знакомы 100%. I think this track you know all from film. With Richard Gere and Julia Roberts. Old film, but romantic. So, go. No. Know this, but this. Thank you.
I got you or I feel good. So. Так, друзья, что-то мне захотелось паузы небольшую. Я, конечно, понимаю, что вы меня не отпускаете, но вот как-то захотелось мне паузы. И она будет небольшой. My friends, now we'll a little bit pause, maybe 5 minutes. Пауза будет 5 минут. Ну, я думаю, что кто-то из вас немножко понимает английский, ну, практически как я, а может быть лучше меня. И я оставлю вас на 5 минут. И, конечно же, вернусь к вам. Напоминаю, друзья, что перед тем, как я уйду на 5-минутный покой, что трансляция сейчас проходит одновременно на нескольких платформах. Это для тех, кто присоединился только что и не в курсе того, что здесь происходит. Ну, помимо того, что здесь происходит музыка, вот прямо отсюда эта музыка, точнее, прямо вот из меня, наверное, эта музыка, потом сюда, а потом уже отсюда. Вот, и... Так, о чем это я? Да, я о музыке. И природу ее происхождения. Так вот, эта музыка транслируется на несколько платформ одновременно. Facebook, на Twitch, на YouTube и на сайт edgarpogosov.com. Это я говорю, повторяю, для тех, кто не знает. То есть вы можете... If you comfortable, you can see and watch this live broadcast on some platforms, YouTube, Facebook, Twitch, and the website edgarpogosov.com. And, ну, собственно, наслаждайтесь музыкой, господа. Я думаю, что я надеюсь, что вы будете приходить как можно чаще на данные трансляции. I hope you can often visit to my live broadcast with saxophone, and I am very pleasure to see you here. It's so cool. Thank you very much, my friends, to all. Спасибо всем, друзья. Пока я с вами не прощаюсь. So, 5 minutes, and I'm here again with you.
So, my friend, I am back. Друзья, я вернулся. Продолжается наш музыкальный эфир с саксофоном. Сколько я уже в эфире? Ну, больше часа, наверное. Где-то так. И вот что я хочу вам сказать, мои дорогие телезрители и слушатели. Хочу вас предупредить насчет того, что, как я уже говорил, трансляция ведется на несколько платформ, и на этих нескольких платформах, я имею в виду YouTube, Facebook, Twitch, конечно же, есть свои правила. Я имею в виду правила, связанные с размещением чужого авторского контента, в моем случае это музыка. И я считаю, конечно же, эти правила справедливы, потому что сам являюсь композитором и автором своих же композиций, но где-то эти правила очень строгие, где-то эти правила не очень строгие. Допустим, на YouTube те прямые эфиры, которые я проводил, и ту музыку, которую я выкладываю на свой канал, какая-то музыка имеет своего издателя, и какая-то музыка, на какую-то музыку претендует, естественно, ее авторы, а на какую-то нет. Для меня этот алгоритм пока непонятен, но суть даже в другом. На YouTube эта музыка сохраняется и не влияет на репутацию канала. Я думаю, вы могли это наблюдать, те, кто уже давно наполняет аудио-видео материалом свои каналы. То есть на репутацию канала это не влияет, но все видео и музыка чужая монетизируются правообладателями. Что касается других платформ, допустим, если взять Facebook и YouTube, Facebook и Twitch, на этих платформах отношение более строгое к чужому авторскому контенту, в моем случае к музыке, да. И я хочу сразу вас предупредить, что те, кто наблюдает сейчас онлайн-трансляцию на Фейсбуке, готовьтесь к тому, что мое видео может быть заблокировано. Вот как раз по этой причине, что я исполняю чужую музыку, хотя на самом деле она всем известна. И, конечно же, люди хотят ее слушать и слышать в разном исполнении, потому что с каждым исполнением какой-либо известной композиции добавляется что-то новое от самого исполнителя. Ну, возможно, это аранжировки, возможно, что-то еще, какая-то там манера исполнения или изюминка самого исполнителя. Но я хочу сказать, что это, конечно же, не отменяет правила об использовании чужой авторской музыки. И вот на Фейсбуке как раз эту самую трансляцию, которую я веду и которую я вел ранее, могут заблокировать полностью и убрать из нее не просто звук, а в принципе все видео. Так что готовьтесь к этому, но хочу сказать, что данная трансляция, которая одновременно ведется на несколько платформ сейчас, она сохранится на YouTube, на моем канале, и вы ее всегда сможете там посмотреть или пересмотреть, или что-то послушать отдельно. Ну, и, конечно, на Twitch также ситуация такая же, то есть там также, там могут убрать просто весь звук из видео. То есть вот как-то так у них странно у всех, то есть YouTube оставляет полностью видео,
с чужой авторской музыкой. Facebook блокирует полностью все видео вместе с музыкой, а Twitch блокирует только музыку в видео. И вот, вот так вот они распределились по запретам. Так что вот так вот, друзья, будьте готовы к Фейсбуку, в Фейсбуке особенно, к тому, что данное видео будет просто заблокировано, и его не смогут услышать и увидеть в большинстве стран мира. Но именно по этой причине я иногда прерывал прямые трансляции на разных платформах, потому что не хотелось бы, конечно, чтобы все это так прямо вот уж блокировалось. Но вот так происходит. При этом, конечно, я мог бы играть свою авторскую музыку. И, конечно же, в будущем, я надеюсь, это будет происходить. Но, опять же, моя авторская музыка, которая в свое время была, и она есть, и вы можете послушать мои альбомы на моем сайте в разделе Music. Она там есть. И когда я ее играл, исполнял или ставил ее в Фейсбуке в том же, то она также блокировалась. И это происходило потому, что я размещал свою авторскую музыку через агрегатора OneRPM на разных платформах типа Spotify, Deezer, Apple Music и других известных музыкальных стриминговых платформах. То есть все это фиксировалось агрегатором, в том числе и на YouTube. И я получал блокировку за свою собственную музыку, собственного исполнения и в собственном сочинении. Так что вот такие вот бывают интересные моменты. Честно говоря, я до сих пор не понял алгоритм всего этого происходящего, но даже после того, как я разорвал контракт с OneRPM, практически разорвал, остались некоторые нюансы, в Фейсбуке продолжают блокировать мою музыку. И вот мне это тоже непонятно, но, возможно, где-то что-то осталось еще. Так что вот так вот, друзья. Я не знаю, это плохая новость или хорошая новость. С одной стороны, они правы все, а с другой стороны, мне, например, хотелось бы услышать чужую музыку в чужом исполнении, не только автора. Тем более, что эта музыка популярная, все ее знают, и таким образом автор может заявить о себе, как об исполнителе, как о музыканте и так далее. Многие, конечно, начинают со своей музыки авторской, но и к ней бывают тоже претензии со стороны контролирующих, вот, звукозаписывающих компаний, фирм и так далее. Сложно, в общем, все это дело понять. Ну что, друзья, я в эфире. И мы продолжаем наш музыкальный эфир. Поехали. Thank you.
Maybe you know, but I don't know really. It's my just my improvisation on this music. But if you know this composition, who play, I will thankful you if you leave your comment about it. But composition is very good. Не знаю, к сожалению, автора этой композиции, но я думаю, что русскоязычные мои зрители поняли, что я говорил по-английски. Если вы кто-то из вас знаком с этой композицией, это была просто моя импровизация. Мне просто нравится гармония, последовательность аккордов в этой композиции и довольно лиричная, как вы слышали. Но это моя версия. Честно говоря, я не знаю, что это было. Но это было красиво. Ну что, поехали дальше.
of course was Let It Be, Beatles, and next.
Так, ну что, друзья? Аза, да, дошел до Ютуба. Я сейчас переключаюсь между страницами, между Фейсбуком, Твичем и Ютубом и сайтом edgarpogozov.com, чтобы посмотреть ваши комментарии. И вот я прочитал твои комментарии, Аза. И вижу, что... А, давно ты не играл кокера, да. Давно я его не играл. Хотя на самом деле... Ну так, да, иногда мелькает на трансляциях. В двухчасовой отрезок времени не всегда удается включить все композиции, которые у меня есть в плейлисте, но она мне нравится, очень хорошая композиция. Very nice, very beautiful composition, I mean, Joe Cocker. Really playing, but very, very nice. So, my friend, my friends, sorry. Sorry for my English, my friends. Ну что, друзья, хочу сказать, что где-то через 10 минут трансляция подойдет к концу. И, конечно же, я снова вернусь к вам на моих следующих трансляциях, которые будут завтра, послезавтра. I will hear with you tomorrow, after tomorrow, because my live broadcast now will end in about 10 minutes, and I want thank you many thanks for your watching. It's very pleasure for me, and hope you will hear with me on this live broadcast always. And I will feel what I am not alone. Окей, друзья, ну что? Что-то я немножко подустал сегодня. Наверное, это со стороны виднее. Ну, я себя чувствую немножко... little bit I'm tired. But... when will a new day, I will again with you. So, we have 10 minutes, and I will play fun music. And of course, I must play one composition for my favorite, for my subscriber,
Аза, для тебя, как всегда, традиционно, твоя любимая композиция, впрочем, как и моя. Friends, this composition, you know, I think. Little bit sad, but very beautiful. Michael Jackson, my friend. Smile. Thank you.
So it was a smile, my friends. I wish you the smiling. Smile, it's very, very good emotion. And I wish you that your life was, как это сказать по-английски? I wish you long of your life. Maybe so. Я имел в виду, я желаю вам долголетия и долгих лет жизни, но сейчас мне в голову пока ничего не приходит в плане перевода по-английски. I thank you, understood me. Together with it, I wish you all the best in your life. And one more thanks for all. Да, зачитаю тебя. Ой, по традиции для меня. Ого, как приятно. Спасибо огромное. Тебе спасибо, Аза, что приходишь на трансляции и поддерживаешь меня. Поддерживаешь меня постоянно на трансляциях. Словами, комментариями, вниманием. Спасибо вам также, друзья, за то, что вы смотрите трансляции, которые я провожу. Конечно, мне было бы еще приятнее, если бы вы мне писали и общались. Это было бы очень замечательно. Да, мне не хватает общения, друзья. Мне не хватает общения с вами. I have no talk with you. I want talking to you and ask your comments during my live broadcasts. And I hope you will write in me very, very white it. But thank you for your watching. Thank you for your visit. Thank you very much to all. Ну что, друзья, еще одна композиция и эфир сегодня подойдет к концу, но, конечно же, он будет не последний, и мы с вами еще увидимся завтра, послезавтра, в другие дни. Я надеюсь, вы будете и дальше приходить на трансляции. So, now will last composition for this live broadcast, and I hope you will hear again on my next live broadcast. Okay, go.
Thanks to all my friends. It was last composition in this live broadcast. Thank you very much for watching. We meet to you on my next live broadcast, maybe tomorrow. You can visit to my website in section Evans and or watch my schedule on live broadcast page, section Live Studio. You can click on this schedule, and there will time of live broadcast, time next of my next live broadcast here on my website and on my social platforms, YouTube, Facebook, Twitch. I'm very glad to see you now, today. Thank you very much. Друзья, скажу вам также эти слова и по-русски, на русском языке, для моих русскоязычных слушателей и поклонников. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. Вы можете увидеть меня и услышать меня завтра, послезавтра, а также следить за расписанием выходов прямых эфиров на сайте edgarpogosov.com в разделе Evans. И также прямо на странице трансляции есть ссылка на эту же страницу Evans, где я пишу обычно, когда выхожу в прямой эфир. Бывает, что эти прямые эфиры отменяются, бывают, я их редактирую, корректирую, но так или иначе вся актуальная информация там. Ну и, конечно же, чтобы получать мгновенно уведомление о том, что трансляция началась, вы можете подписаться на мой YouTube-канал, и тут вы точно не пропустите трансляцию, так как вам придет уведомление, как подписчику. Ну и также это же касается и Фейсбука, моей страницы на Фейсбуке и моего канала на Twitch. Поэтому, друзья, буду рад вас видеть везде, где я транслируюсь, и на тех платформах, где проходят трансляции. Спасибо всем тем, кто был сегодня со мной на этой трансляции. Спасибо вам за внимание. Спасибо за слова поддержки, Аза. И спасибо, в общем-то, спасибо за то, что вы были со мной. Благодарю всех и до новых встреч, друзья. So, bye-bye, my friends. Until next we meet on my next live broadcast. Thank you very much. Goodbye.